Друзья, мы в солнечной Ялте. В этом прекрасном городе в театре имени Чехова проходит кастинг в детское шоу «Таланты». Жюри придется непросто, ведь здесь собрались лучшие из лучших. Смотрите полные выпуски шоу «Таланты» по субботам в 20:15 и на сайте телеканала. Я очень эмоциональный ребенок. Я что захочу, тогда и сделаю. Плачу до сцены, а потом сразу выхожу, и все получается. Где-то за чертою неба, закрываю глаза и мечтаю об одном. Пусть любовь приходит в каждый дом, согревает светом и теплом. Песня? Ждет тебя грузин. А почему именно эта песня? Потому что она мне нравится, и она очень красивая. А можно петь песню? Я не хочу ее петь. А? Не хочется так. Не, ну отрывок маленький. Но не могу ее спеть. У тебя что-то на лице, а что это? Это часть моего сценического образа. А что ты хочешь этим показать? Индивидуальность свою, окраску номера. Ты сама это делала? Да, и полностью свой образ я составляла сама. А можешь напеть? Мою песню? Занеси меня в красную книгу, если кажется странный мой прикус. Но мы дети не небо индиго, ни снаружи нет, а внутри да. Очень красиво. Спасибо большое. Почему выбрала эту песню? Это песня о людях, которые не похожи на нас, и что мы должны уметь принимать таких людей и относиться к ним с уважением. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Катя. Тебе сколько лет? 13. А ты с каким талантом пришла? Дэнс-холлом. А почему именно этот стиль? Ну, потому что он мне больше получается. Я мечтаю стать знаменитой. А зачем? Ну, это очень, ну, мне нравится, когда кто-то, ну, знает определенного человека, и ну, все его знают. Это, я считаю, эмоций очень много, когда тебя знают все. Смотрите полные выпуски шоу «Таланты» по субботам в 20:15 и на сайте телеканала. Кастинг завершен, итоги подведены. Но мы не прощаемся. До встречи!